воскресенье в Самарской области облачно, пройдет дождь, местами сильный, гроза, температура воздуха днем 18-20 с плюсом, ночью 12-14 выше 0. Ветер западный 3-5, порывы до 10 метров в секунду. В Сызрани малооблачно, дождь, гроза, днем плюс 20, ночью 14 выше 0, западный ветер 3 метра в секунду. В Тольятти облака, дождь, температура воздуха днем плюс 18, ночью плюс 14, ветер западный 3 метра в секунду. В Самаре облачно, сильный дождь, днем плюс 16, ночью плюс 13, западный ветер 2 метра в секунду, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 75%, слабая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.